Короче, не закрывается дверь. Способ устранения причины для чайников. Берем, не стесняемся, отрываем вот эту херню. Рамочку дверную, да? Красава. Пены. Берем нож. Даху еще не дохрена. И обрезаем. Да, подальше. Ты объясняй, братан, почему ты обрезаешь? Да потому что ее много. Ее много, она выдавила достаю рамку дверную. Поэтому дверочка наша не закрывается. И Игорек ебашит. Он вообще сегодня на выходном должен быть, но он ебашит. Опять насорит нам сейчас чуть-чуть здесь. Да. Зато дверочка будет закрываться. Так. Ножом ты прошел или нет? Да, ножом прошел. А. Саморезы хуйнуть надо. Все. Главное, чтобы под конец она реально закрылась, а то... Подтягиваем шурупы. Оп. О. Самое главное, выкрутить. Вот, и нижняя пошла. Нет. Вот она есть, вот она. Чуть затрудните. Если мало, добавляем саморез. Да. Если это бетон, то нафиг. И это верхнюю раскрутить чуть-чуть и сдави ее. Ну, это уже тонкости. А, ну да. В общем, это способ уже, для чайников. Это уже потом, короче. Все, красава, да. Видишь, закрой еще раз дверь, мы запечатлим это. Вот так, все, бля. В туалет можно ходить. Спокойненько. Все, это на место. Вот так. Просто поставил. Как новенько, а. Все. Все равно пиздец. Удачи. Давай. Поставил обналичку. Все идеально работает. Время устранения 3 минуты. Ставь лайк и подписывайся на канал.